Мальчишки, привет! Привет! Всем привет! Вы на канале Twins Fun Life, и сегодня мы попробуем поэкспериментировать... Нет, мы кушать арбузики! Сегодня мы попробуем поэкспериментировать, мы хотим сделать... У нас есть такие красивые синие бутылки, и мы хотим попробовать сделать из них светильники. Для этого нам нужно обрезать дно у этих бутылочек. Как их обрезать, мы нашли в интернете способ. Вот, и сейчас попробуем это сделать. Для этого нам нужен будет клубочек ниток, этиловый спирт, водичка холодная. И, в принципе, все. И бутылочки. И очень-очень-очень много внимания и осторожности. Сразу хочу сказать, предупредить, пожалуйста, ребят, всех деток, кто смотрит наш канал, всех, только со взрослыми. Если такое делать, такие опыты, эксперименты проводить, то только со взрослыми. Потому что это опасно. Сейчас будет огонь. А, еще зажигалка нам нужна будет. Сейчас будет огонь, и это может быть опасно. Поэтому только со взрослыми. Как сейчас мальчишки будут делать, проводить этот опыт вместе со мной. Скорее, даже я буду делать, мальчишки будут смотреть, да? Интересно, получится у нас обрезать стекло просто при помощи нитки, огня и воды? Получится, я видела, очень классно. Мы уже пробовали, да? Вот, мы... Ага, мама просто обрезала вот так вот по половине бутылки. Вот, нам нужно отрезать только донышко вот здесь. Ну что, вперед. Итак, первое, что мы делаем, мы берем нитки и отрезаем кусочек. И отрезаем кусочек так, чтобы он мог обвернуть бутылочку нашу. Ну, скажем, раза в два, в три. Раз, два, три. И мы могли спокойно завязать. Обрезаем. Так, теперь выливаем наш этиловый спирт. Вот у нас такая небольшая емкость. Выливаем его сюда. Чайник полный. Почти полный. И берем нашу веревку. Макаем ее в этиловый спирт. И лучше, чтобы она вроде бы промокала, да? Она должна хорошо пропитаться спиртом. Да, и нитка должна быть, чтобы она впитывала воду. Да, да, нитка должна быть такая, да, достаточно нормально, плотная и хорошо впитывать воду. Теперь вот таким образом берем и обматываем бутылку в том месте, в котором мы хотим ее обрезать. Оп! Обматываем ее нашей ниткой. И завязываем на узелок. Вот таким образом. Теперь вот что у нас получилось. Опускаем. Нам нужно максимально низко обрезать донышко. Поэтому мы опускаем его максимально низко. Так. Смотрим, чтобы было ровненько. Обрезаем кончики. Так. Есть. Кончики мы обрезали. Еще раз равняем. Равняем. А зачем вода? А потом увидишь. А потом не допускать. Так, выровняли. Берем зажигалку. Сейчас будет фокус-покус. Тру-ля-ля. Зажигалку. Поджигаем. И вот таким вот образом крутим. Крутим, 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 крутим нашу бутылку. Крутим, вертим. Видите, какое пламя красивое, да? Кстати, вот даже красивее, чем простое желтое. Или красное. Да. Синее желтое. Так, ну что, не знаю, нагрелось или нет. Все. И теперь раз в воду. И лопнуло. Лопнуло. Оно вот там лопнуло.
Мне кажется, что вот так вот. Так. И достаем бутылку уже без дна. А можно взять дно? Можно, да. Возьми дно, покажи зрителям. Какое оно все-таки теплое. Дно у нас осталось. Можно тазики, мне... и вот такая у нас обрезанная бутылочка получилась. Аккуратно им можно порезать пальчики. Тут видишь, оно острое. Вот так вот. Эксперимент прошел удачно. Кому понравилось наше видео, тисни пальчик. Добрый день! Подписывайтесь на наш канал. Па-па! Ну, мы говорим всем до свидания. Экспериментируйте, но очень-очень аккуратно и осторожно. Пока-пока! Пока!